А, меня видно? Слышно меня? Ребята, я запустил. Сюда, Лут. Мама, закрывай. Пошли на горки. Где Жожа? Жожа сказал, что он позже приедет. Ребята, вон горки наши, мы туда идем. Зачем? Стоп-кадр бомба. Привет, ребят. Татьяна, хочешь, я тебя покатаю сейчас со стримом? Как понимаешь, чтобы я держала стрим, а ты меня катал? Да, я тебя сейчас прям на этой штуке повезу, как ребенка. Ты меня точно поднимешь? Точно. Ну, давай. Я разогреюсь заодно. Я не такой кабан, как есть на самом деле. Давай, садись, плюхайся. Так, ребят, я вам показываю. Поехали. Володя, давай! Давай мой конь не верь! Брат! Что ты? Илья! Алина, час! Тут... Да я тебя покатаю, подожди. Давай, Татьян. Тань, погоди. Тань, погоди. Ты куда? Стой! Стой, Володь, иди первым. Алина, от тебя, Володь, я вообще не хочу слышать. Да я услышала. Иди первый, будешь с мной сверху. О, мужики, сейчас я просто нервничаю, потому что мы будем съезжать еще. У меня почему-то, как всегда, у меня тележки какие-то кривые. У меня все кривое вообще в этой жизни. О, лисичка, здравствуйте. Все, короче, поехали. Мужики, ну, значит, тут автоматически все, да? Только меня мальца почему-то трясет. Все нормально едут, а меня трясет что-то мальца. Я какой-то злой чел, негативный, меня сюда засунул. Ну, видно, бедный, за тридцатку, пока папа реально сидит на стульчике, сотку в месяц сделает вообще легко. Вот он сидит и злится на людей. Что он мерзнет, а я дома, матерью, сижу теплый. Так, кто будет первый бета-тестер? Я. Давай, поехал, Татьяна. А вот сейчас прямые эфирки. Да, стрим. Привет подписчикам. Готовимся. Отправляемся. Володя, да! Ноги подожми, Таня, ноги подожми. Чёрт! Надо было перед снимать. Так я и снимаю перед. Как нет, я... ты меня обнимаешь. Тебя снимай. О, жестко. Пойдем быстрее, там народ уже следующий поедет. Так, короче, первый раз тестовый был. Теперь надо, чтобы нас жестко раскрутили. А где он? А в чем без шапки? И в кедах. Ему нормально? Серёня! Здравствуйте! Ну что ты делаешь? Ладно, здорово. Вообще через перчатку, ну ладно. А, я ж не брал себе ничего кататься. Ты сейчас со мной сядешь просто и все. Пару слов. Первый раз на горках. Да, я сейчас вообще не туда зашел на горнолыжный куда-то, типа школу по лыжам. Не помню, куда мне идти. Шефа на коленке посадил. Нет, садись к нему сначала, потом ко мне. Давай! Шефу на коленочки. А чё, а я на чём? Мне куда сидеть? К нему на коленки садись. На коленку? Я держу тебя. Понял. Поехали. Отправляемся. Раз, два, три. Шефу на коленки. Торможу. Фух. Чё, ещё по одной? Да, и в кальянную. Давай, Алин, поехала. Девушка, можно с вами познакомиться для продолжения по дальнейшего? Нет? Жожа, я спереди, ты садись. Готовимся. Дай мне ручку. Так, тихо. Давид потерпит. Мы готовы. Ты держишь? Да. Девушка, можете как-то сесть? Готовы. Ноги поднять, Татьяна. Татьяна! Мама! Это... Вставай, let's go. Серега такой, садись, королева. Ну что, сдаем, погнали в машину. Так, ребят, мы, я не знаю, где это находится, но покататься пару раз прикольно. Слушайте, такой вайб катка почему-то 2015 года, когда я в каточке катался. Знакомился с женщинами, пацанами. Чат, ну как вам? Ты зачем мои прыщи снимаешь? Я в привытку так. Ребят. Татьян, прыщи. А, ну да. У меня вот здесь один встал. У меня тут встал два. А. Ребят, ну как вам стрим? Вам нравятся такие ирлы домашние, уютненькие? Им другие немножко ирлы домашние нравятся. А что ты специально надо ей 100 гривен дать, понял? И вот так вот. Погнали домой.